Друзья, всем привет, с вами Сёма. И сегодня мы в игре под названием Бравл Старс. Ну, вы все ее знаете. Сейчас мы не будем никого пушить из бойцов, ничего делать. Мы будем только открывать. Как видите, мой Бравл Пас. Так, из квестов выходим. Я прошел его полностью нижний. А вот этот за 249 или за 169 рубинов я его не открыл. Ну, потому что у меня нету деньги, я пока не хочу донатить. Вот. У меня 42 гема. Так. Смотрите, что у нас есть. У нас есть вот столько, два бигбокса, и, соответственно, заходим в магазин. У нас тут вот такая вот штука. Бигбокс за 500, мегабокс за 1500 старпоинтов и за 3000 старпоинтов. У нас, соответственно, два мегабокса. Что ж, открываем сначала два бигбокса, и потом у нас хватает на два мегабокса. А еще даже у нас хватает на один бигбокс. Получается, три бигбокса мы откроем и два мегабокса. Что ж... Я надеюсь, что у меня что-нибудь выпадет. Кстати, сейчас вам персов моих покажу. Нани, Джин. Ну, не буду вам перечислять, долго будет. Ну, вот сами можете посмотреть. По рангам, какие у меня ранги. Играю я в игру 3 месяца. Чуть поменьше, может. 27 бойцов. Мой профиль. Как видите. Соло побед 401. Ну, я думаю, довольно неплохо. Профиль уже на 69. Кубки максимум. 11-217. Сейчас 11-200. Итак, друзья. Ставьте лайки, если вы поставите сейчас прям много лайков, я надеюсь, что мне Лего выпадет. Погнали, друзья. Первый сундук. Так, похоже, ничего, да, ничего. Так, Фрэнк, Пайпер. Ну, в принципе, это очевидно. Так, второй бигбокс. 44, кстати, друзья, вот сейчас есть шанс. Нет, к сожалению, нет. Нита, Бол и Кольт. Так, ладно, не расстраиваемся. Идем в магазин. Кстати, смотрите, есть еще эпический боец. Но это я не буду покупать. Так, давайте сначала все-таки бигбокс откроем. Давай. Так, друзья, похоже, ничего, да, ничего. Нита и Пайпер. Ладно. Так, друзья, вот сейчас вы должны однозначно поставить лайк. И подписаться на канал. Потому что таких открытий у меня давно не было. Так что давайте. Ставьте лайк. И мне точно что-нибудь выпадет. Так, шанс на легендарного бойца 0.7. Я не знаю, друзья, это большой шанс или нет. Я в этом не очень разбираюсь. Так что гаджет 0, потому что у меня всех гаджетов нету. Я специально не прокачиваю. Вот. Посмотрим. Погнали, друзья. Так, должно быть 6 или больше. Блин, друзья, опять. Ладно, не расстраиваемся. Так, хотя бы бонусы. Ладно, друзья, второй мегаящик. И 5, да что это такое? Ну как так, друзья? Это, конечно, капец. Мне ничего не выпадывает. Я не знаю, как это работает. Друзья, я в последнее время открыл столько мегаящиков, у меня ничего не выпало, я не знаю. Пишите в комментах, у вас выпадывает как часто вообще что-нибудь. Ну, а с вами был Сёма. Это было открытие ящиков в Бравле, если это можно назвать открытием. И мне ничего не выпало, я не расстраиваюсь. Но я, конечно, хотел хотя бы эпик выбить. ПМ. Ну, конечно, я еще хочу очень Тару и Макса. Ну и, соответственно, Леги. Особенно вот эту. Ну, друзья, не повезло. Ладно, в следующий раз повезет. Завтра, может быть, или сегодня, наверное, буду еще фармить. Может быть, фармить, пушить. Но это будет за видео уже, чтобы вот на этот мегабокс открыть. И последний шанс будет, если, конечно, накоплю 1300 старпоинтов еще. Ну, а с вами был Сёма. Всем пока и до следующего видео, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.